Выставка «Модная осень» для детей и взрослых пользуется популярностью у жителей города. Здесь вы найдете все – от карандаша до рюкзака. Большой выбор тетрадей, дневников, письменных принадлежностей, книг и обучающей литературы. Особое внимание уделено одежде. Компаний, которые занимаются производством школьной формы, много. А высоким качеством могут похвастаться далеко не все. Стильная и модная одежда не только для детей, но и для взрослых. Линейка одежды от дизайнера Алены Максимовой не оставит равнодушным ни одного покупателя. Линии кроя выгодно подчеркнут все достоинства вашей фигуры. Порадовали участники и новинками. Рюкзаки со светодиодными экранами набирают популярность. Не отстают и классические школьные ранцы с ортопедическими спинками для начальной и старшей школы. Производители советуют родителям при выборе одежды для детей в первую очередь обращать внимание на качество материала и пошив изделия. Выставка «Модная осень» для детей и взрослых продлится до 27 августа. Пора готовиться к новому учебному году. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».